have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет-привет! Мэд Сити на ваших экранах. Сегодня мы будем смотреть, вроде как подвезли несколько обнов, что-то побольше, что-то поменьше. Новые какие-то тачки, ограбления вроде все те же, но я думаю, все равно будет интересно глянуть. О, я уже выбрался. Я в этой новой тюрьме вообще ничего не понимаю. У меня есть уже и C4, и отмычка, и все, я никак не могу сбежать отсюда. Я уже даже и нож скрафтил, блин, уже все. Максимальный набор. Я уже выбрался, я уже сбежал. Я еще тебя заберу. В смысле сбежать? Просто нажать на кнопку и сбежать? У меня уже и веревка, и нож, и отмычка, и все. Что происходит? Ты открыл ворота. Вот там можно было C4 заложить. А, тут можно было разрезать, а мне нету. А ты меня заберешь? Давай скорее! Нет. А, уже иду. Давай, вали! Вали, уже. Оказывается, из тюрьмы теперь можно сбежать, просто нажав на кнопку, серьезно? Просто нажав на кнопку сбежать. Вот как можно сбежать. Нажмите X, чтобы сбежать. Погоди, мне хочется убить этого полицейского. Ну, погоди, мне хочется взять оружие, у меня только нож. Он со мной с ножом справится, да. Так, ладно. Ты меня на базу тащишь? Не знаю, да, точно все вижу. Тоже такой прикольный сделали. Я вот на самом деле думаю, может они подкатят еще зимние обновления, было бы круто. То есть, ну, все-таки все снежные карты всегда смотрятся офигительно. Ну, это как бы мое личное предпочтение, но мне всегда нравятся зимние карты. Я припарковался. Так, паркуйся. Так, тут тузики, песики. Тут ничего не изменилось. Я, блин, так много денег потратил на такую шапку на этого тузика. Да ладно, прикольно же. Нет. Так, что я хочу взять? Я хочу, наверное, ФАМАЗ. Вот смотри, вот давай я тебе покажу, как тупо выглядит шапка на этого тузика. Вообще, я возьму этого тузика, мне уже на деньги просто пофиг. Да, тузик мы с вами выяснили в прошлый раз, что это одноразовая такая штучка, ну, то есть... Да, жаль. Было бы прикольно, если бы его можно было... Видите, его покупать за 10 тысяч. Главное написано, забрать щеночка, ну, типа, подобрать, как будто из приюта, адопт. Но при этом 10 тысяч. Не сказано же, что купить щеночка. Видишь? Посмотри на его такую шапку. Блин, да это же просто король! Это офигительная шапка, ты чё? Королевский дог! Но это очень крутая шапка! Блин, это не стоит 100 тысяч! Это... Нет, стоит, потому что ты же не покупаешь каждый раз, просто каждый раз покупаешь пёселя. Да. Ну шапка-то при нем остается постоянно. Да. Фиолетовый суперзлодей, да? Да, все, понятно. Это фиолетовый, это суперзлодей. Чуть, да, ну да. А нужно одного? А, написано купить хитсикер, и потом нажимаешь купить, и он говорит, а оно не продается, потому что это ивентовая тачка, да? Все, заходи. Не знаю, выбирай. Блин, так вот этот движок туда минус уши. Не, чувак, давай, наверное, вертолет. Стой. Что давай, наверное, все-таки фигня? Вертушку. Чем? Какая-то фигня на городах растет. Посмотри. Где? Ты че, слепой? Ты о чем? То, что с городом такое? То, что он выглядит как Тетрис? Да? Как ты мог это заметить? Нет, я это вижу, но просто меня это не удивило. Особенно вот эта вот фотка удивила очень сильно. На которую я смотрю.
Это да, это прикольно. Ну тут, тут показывается, по-моему, самый крутой коп, самый крутой этот. То есть это экран. О, KFC, смотри, какие эти ведро KFC внизу под нами. Ай. За Fearless Orkun. Аркан, ты что делаешь? Я хочу в KFC. Пофигу, но все самое главное в KFC. Ладно, пойдем в KFC. Блин, ну это прикольно, кстати. Вот это пообновляли довольно неплохо, мне нравится. Бери курочку. Я пока заберу денежку. Ты, тебе курочку, мне денежку. Мне, пожалуйста, дабл МакКоги. И кусочек Польши. Чашечку чая и кусочек Польши. Где моя собака? Она испарилась. Ну все, моя собака испарилась. Ну как так? Она не могла испариться. Она сейчас тебе... Это... А что там? Чего ты тут 10 тысяч? А, это покупка тачки. Минуточку, сейчас в KFC теперь можно только Smashing Grab и все? Я ее слышу, она здесь. Это не ты так дышишь, а? Это не я так дышу. Значит, твоя собака, она здесь. Давай, поехали. Ты на этой машине пытался зарабатывать? Ты на вот этой лавочке сзади можешь подвести 6 человек, собрать за проезд и стать богатым человеком. Так маршрутчиками становятся. Давай Порше возьмем. Давай. Хоу-хоу-хоу, вот что? Почему он новогодний, я понял. Только вход у нас не выкинь, пожалуйста. Поверь мне, я инженер. Что за брейк-дэнс тут что был? Ладно, давай что-то другое. Пойдем что-то другое. Пойдем. Меньше каких-то 100 тысяч будет лям. Нет! Да я не... Ты чего? Ты же мне поверил, я не утащил на слово. Вот после таких слов я уверен, что мы просто окажемся в воде. Да. Так, куда можно пойти? Вон в казино можно пойти, в пирожок можно пойти. Пирожок уже грабят. Как это происходит? Не знаю, просто, просто, короче. Брейк-даун. Да, забудь. Что это, как будто машина теряет сознание, лежит так, а потом... С ней происходит приступ, она начинает крутиться. Ого, этот пирожок сейчас так выглядит. Погоди, у меня есть очень крутая идея. Так, там... Слушай. Открой мне дверь, пожалуйста. А ничего, что там ехать не... Ладно. Да можно, можно. А я не могу сесть. Что, блин? Как это? Пирожок закрылся. Нас выкинуло. О, это тачка с Hello Kitty. Да-д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 а. Не та тачка. Так, где она? Нянкет.
Блин, какой Hello Kitty? Нафига я это сказал? Hello Kitty и Nyan Cat — это же разные вещи. Вот у меня в голове перемкнуло. О! Нормальный самолет, да. Это же первый самолет, который мы купили, да? Я первый. Ну и, ну, в смысле, как летательное средство, я тоже этот самолет купил первым, потом только купил вертолет. Помнишь, сколько он стоил в самом начале? Сколько? 50 тысяч. Серьезно? А сейчас? А сейчас пойдем, я тебе покажу. Не буду тебя сразу открывать. Ладно. По крайней мере, у этого самолета движок тише, чем у Porsche новогоднего, поэтому на нем можно и полетать. Круизы по Mad City. Платите, платите. Только у нас. Только сегодня. Что-то такое правильное стало. Потому что я люблю сажать самолеты. Блин, ты раньше сажал самолеты, как Зигзаг Макряк, блин. Вот там, супергерой. Мы можем его убить. Да блин! Он, короче, пользуется тем, что он флеш, он подходит с дробашом. Ай, он еще и добил меня. Ну ты серьезно, что ты меня не. Что ты меня не вытащил? Да блин, потому что. В смысле нечестно? Он пользуется своей суперсилой, все честно. Нас было двое, у него суперсила. Тебе нужно было просто не дать меня добить. Ты че? Но... Он меня еще и нубом назвал. Ну, потому что, да, мы нубы. Смотри, у нас с этим чуваком... А, Токсик. У этого чувака такое же лицо, как у тебя. Не, у меня нет такого лица сейчас. А, ты сейчас с другим? Да. Просто из-за яйца не видно нифига. Потому что я король всех беконов и всех подливок. Яйцемордой. Яйцеморду. Ой, я нашел дерево, я не знаю, дали уровень. Круто. Великих граф всех подливок и беконов. Заливок и беконов. Хосе злодей. Хосе, ну ты злодей. Хосе. Ну ты и злодей, а. А, еще одно дерево. Хосе долбанный. Я еще могу вещи постирать? Да. Ты не знал? Нет, не знал. Слушай, мне эта чья-то работа не нравится. Ну тут можно честно работать. Так, а что от меня хотите? Отсюда. Блин, я не пойму, что они от меня хотят. Let's close the washing machine and wait. А, ждать? Не, спасибо. Кто-то мог случайно выкинуть пистолет в мусорку, отлично. Да, такой полицейский шел, закончил смену и такой, да ну черт, я увольняюсь, просто взял мусор, все выкинул. Оп-па-па. Ой, я нашел отверточку. Это ты валишь? Оп-па-па, да, это я валю. О, блин, собака, спасите, это собака. Погладь ее за ушком, это хороший мальчик. Хороший мальчик, только у тебя хозяин немножко плохой мальчик. Там, по-моему, кто-то начинает кого-то гасить. Да это меня начинают гасить! Ой, да к нему еще и подкрепление пришло. Да пришло нафиг! Спасите! Помогите! Я вообще пытаюсь выбраться еще. Мне. Дайте мне просто уйти отсюда. Самое время позавтракать. Сергей, улетай. Дайте мне уйти отсюда. Это твой вертолет? Пошли вы нафиг, отойдите от меня! Его каждый раз взрывают. Да пошлите вы нафиг!
все, недалеко от меня, я еще улечу от них. Сейчас посмотрим. Да какого фига, у них дробовик? Ой, молоточек сделал. Иди нафиг, а? У меня есть молоток, у меня есть отвертка, у меня всё, есть уйдите от меня. Свобода. Да, я улетел. Все, я ушел от них. Вернись за мной. Ща, погоди, мне нужно... Веревку! Я под тобой, веревку! Давай, держи, держи. Давай, валим. Вытащи нас отсюда! Отличная команда, спасибо. Все, спасибо, ты меня вытащил. Я с собой даже тюремный завтрак прихватил, так что все нормально. Мы сейчас с тобой поделимся, позавтракаем и пойдем грабить дальше. Ща, тебе надо посмотреть, сколько стоит этот самолет. Здесь этот же супергерой. Уйди. Уйди, флеш поганый. Ракет самонаводящийся убил, нет? Не, не убил. Гаси его. Он не, жди, на, жди наводки. Блин, я у меня если что, только тюремный завтрак, я булочками никого не убью. Ты можешь, можешь. Ты скажешь им то, что булочек убил. Они это сильно откусят, и они такие от страха умрут. Главное подожди, чтобы чувак откусил, потом говоришь, там изюм. И он такой, подавится, задохнется и умрет, и все. Да. Это, это ж надо так не любить. Бери калаш. Все, 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 сейчас бегу. Ну я, пожалуй, снайпер возьму. Мы же собираемся. Ты снупер? Я же все-таки АИМ все время это пришел. Ну, допустим, допустим. Все, уехали отсюда. Полетели. Чё? Как это? Как это? Что это? Как это? Взмарил. Наш самолет, взмарил. Выпрямись. О. Стой! Нет, ну это нормально, ладно, я не хочу ладно. На тросе болтаться. Все, давай. Все, а теперь полетели, полетели. Полетели, полетели, полетели. Ай, да уж. Надо взять и сразу флеш. Супер флеш. Он до сих пор там. Почему он там тусит постоянно? Не знаю, ну хочешь. Высади меня на крышу. Я тут буду, пожалуй. Мне все равно самому так надо. Ты же флеш, кого фига ты на машине? О, попал! Это я попал. Ты на 40 попал, а я на десяточку. Ой, еще на 40. Он просто тупо килится в тачке. Все, все, все. Еще на 40, молодец. Вообще ты снайпер, тебе бы прикрывать да, его. Убил. Убил? Да, убил. Так, надо посмотреть, нет ли кристалла. Не, нет. Ну ладно, хотя... Я тогда его вертолет возьму. Хотя бы убили, то хорошо. Сколько этот самолет-то стоит? Давай посмотрим, где он давай вообще. Посмотрим. А, вон он. А я не посмотрю, он же он у меня куплен. Сначала 50 тысяч. Мы не посмотрим, сколько он стоит, потому что он у нас куплен. Цена не высвечивается. Я помню, видел как-то, он стоил 600 тысяч. Он стоит 600 тысяч сейчас. Откуда ты знаешь, если он у нас уже куплен? На видео посмотрел. Все, поехали. Полетели. Птичка, полетели, а не побежали. Флеша до сих пор нету. Мне хочется убить одного супергероя, понимаешь? Мне нужен кристалл, мне нужна суперсила. Хочешь там подкараулить? Да. В логове? Вон он! Вон он! Я тогда сюда встану. Он, по-моему, рипнулся, не? А, он рипнулся. Он делает тут челлендж, чтобы взять свой же кристалл. Зачем ему свой же кристалл? Нет, такой это бред. Да это возможно. В общем-то, он каждый раз умирает. И
из него может выпасть кристалл. Как только он умрет, из него выпадет кристалл. Он зайдет за заключение. Фига себе! Меня выкинули. Прикинь, мой вертолет остался там, а меня выкинули. Вон, я вижу хвост своего вертолета. Типа, мне говорят, что тебе нельзя находиться на базе супергероев. Так верните мне мою вертушку. Кого фига меня выкинули без нее? Ну, я хочу, чтобы... О, стрелять. Надо стрелять по нему. Надо стрелять по нему. Это уже не фига. Где он? А, он... Он все равно рисует. Кристалл. Все, я беру. Бери, бери, быстренько. Нет! Твои кристалл флеши? Я возьму. А, блин, показалось. Нету? Нету, показалось. А что ты за кристалл себе взял? Кристалл электричества. Скотина какая-то берет и убивает меня. Так, выручай меня, я за тебя... Ты живой, нет? Я живой. Нет, кристалл. Вытащи меня. Все, отсюда. Сади. Нет! Убивай. Валим! Не получилось, да. Он был... нас убил, потом... Валим. Это было опасно. Хорошо, что я вписался за тебя. Это получилось, что оба выжили. Нормально. Не, ну я бы один справился. Да, по-моему, у тебя там была низкая хпшка. Он тебя слишком зажал. Пока ты был в вертушке, он тебе снял то ли 70, то ли 75 хп. Это было, короче, дофига. А, он хочет нас убить, потому что мы взяли его кристалл. Да ну нафиг его. Бэтмобиль? Да, Бэтмобиль? Ты же видел? Это было в обнове. Его как-то обновили. Ничего. Давай глянем. Тачка другая. Да, его обновили. Бэтмобиль. Плохой автомобиль, да? Да, плохой. Найт Райдер. 4 ляма! Идите нафиг за 4 ляма. Идите нафиг. Так, а вот эта тачка, это та, которая в обнове была, да? Да, она в обнове. Мы еще снимали на нее материал, да, было такое. Все, уходимся. Висит, груши нельзя скушать, блин. Он так прыгнул к нам, такой, возьмите меня с собой. О, магазин от груши. От грушек? Смотри, это груша. Грушил. Грушил. Блин, мои любимые телефоны, грушил. Они, конечно, дорогие, но такие качественные. Магазин грушил. Слушай, да, да, тут есть очень быстрый мотоцикл, за 1 лям стоит. Может, ты его купишь? Я не для этого лям копил. Блин, там чувак, это ты? Это я. Я сейчас грабли грушу. Я сейчас тоже в грушу подойду, погоди. Помнишь, что делаем? Да. Грабим по две стороны. Одна моя, одна твоя. Лазер? Я умер. Как? Я не знаю, я просто одной ногой дотронулся до лазеров, и я уже умер моментально. Ну ладно, по крайней мере, не в тюрьму, да? Ну да, по крайней мере. Новый ниндзя! Это новый... Здесь какой-то чувак новый. Супергероев? Не, новый суперзлодей. О, круто. Слушай, он круто выглядит. Мне он нравится. Так, я пока что обнес весь грушел. Блин, мне бы еще что-то такое черное, что похоже на автомобиль злодея. Автомобайл. Не, ну мотоцикл тоже. Блин, а тут памятник какой-то новый открыли, прикольно. Я уже к тебе еду, жди. Да, мне просто кажется, что... Мы уже достаточно посмотрели и обновь, и всякого такого. Я думаю, что нам уже пора заканчивать, поэтому, наверное, так и сделаем. Спасибо, что были с нами в этих приключениях. Увидимся тогда в следующих бесконечных мирах Роблокса.
Вот, все, ребяточки, на этом все. Всем удачи, всем добра, бобра, всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.